каждый футболист владеет своим собственным ударом. К примеру, Бекхэм исполнял штрафные за счет большого размаха ноги, протягиванием ноги после удара за мячом и отклоненным корпусом назад. При этом практически каждый его удар был крученным. Если посмотреть штрафные Давида Луиза, то здесь он использует плотные удары внутренней частью голеностопа. При этом мяч не закручивается, а наоборот идет прямо. В какой-то степени это похоже на наклбол. Роналду же, в свою очередь, за 1 метр до мяча резко выбрасывает бьющую ногу, давая еще большую силу удару. Бьет он так называемым ребром голеностопа, и ногу после удара стопорит, как пружину, что позволяет ему исполнять тот самый сильный, точный и падающий удар. И таких примеров на самом деле куча. Каждый из этих футболистов нашел свой удар и нашел тот удар, который ему более удобен. И, конечно же, он является более эффективным. Если, к примеру, Роналду попробует исполнить крученый удар, как у Бекхэма, скорее всего, его результативность сразу же упадет, и он уже не сможет забивать столько же мячей, сколько забивал на пике своей карьеры.